про мат. Да, мы же панки, собственно говоря. Что тут удивительного? Панк — это наиболее адекватный все-таки формат. Это действительно такая музыка, которая была изначально протест. Назвался груздем, полезай в кузов. То есть какой смысл ограничивать что-то там? Что может быть, как там слово «х**» как-то хуже, чем слово «пи***а»? Нет. То есть, по-моему, это равнозначно абсолютно. Когда пишут текст, то все должно быть к месту. То есть если слово... Ну, то есть не бывает такого, что вот пихается мат только вот ради того, что вот сейчас мы там запихнем. Нет. То есть он такой всегда стоит, как акценты каких-то вот строк, которые нам хотелось бы подчеркнуть, обратить внимание, и он такой вот. Про маникюр. Я вот эту руку сейчас сам делаю, это мне Маша. Нет, но маникюр, конечно, Женя делает... Ну, как это не маникюр в том полноценном смысле. Это вот... Мы же панки. Да, это специально все вот так вот. Про молодежь. Интересная тенденция, что каждое новое вот это молодежное течение, оно еще более чахлое, чем предыдущее. То есть оно все идет на абсолютное. То есть раньше молодежь, наоборот, была достаточно радикальной, и у нас тоже в стране. То есть, в принципе, на Западе так и осталось. Молодежь — это такой движок, то есть авангард общества. Если там студенты там чем-то недовольны, что-то происходит, то есть студент — это первый как бы вот пласт такого населения, который возмущается. У нас же ничего такого не происходит. Это грустно, поэтому вот Барто появилось, чтобы как-то вот пошевелилось что-то. Про шансон. Меня пугают, наоборот, вот эти вот залы, которые собирают все эти шансон года. Но если Настаса Михайлова по просьбам зрителей делают третий концерт в Кремле, 3 дня, типа, в 2 все не уместились, ну это же что-то чудовищное. Ну, мы так переживаем, что Аллегрова проваливает, конечно. Про спорт. Мы, кстати, были удивлены насчет спорта, что мы, оказывается, одна из любимых групп BMX-еров вообще. Вот, и мы долго об этом не знали, пока они сами на нас не вышли, сказали, что, типа, поучаствуйте в нашей премии. Вот, но они вроде как спорт, да, и вроде они такие все спортивные, но это было самое обкуренное мероприятие, которое я видел в своей жизни. Я не видел там ни одного вообще человека, который был бы не под чем-то. То есть дым коромыслом, да, стоял. То есть, ну, в принципе, наверное, такой спорт нам тоже интересен. Про президента. Мы не знаем ничего о нашем президенте. Ну да, они же сейчас двое, они парой теперь у нас правят. Такая. Комментаторы же регулярно ошибаются. Да, кто у нас президент, кто у нас премьер, да. Мне кажется, им надо упразднить президента и премьера, и просто там медвепута сделать какого-нибудь там. И они могут там по очереди везде ездить, и не будет особой разницы и проблемы. Не знаю, мы не можем его уважать, потому что мы не знаем ничего об этом человеке совершенно, а что он такого сделал в отношении нашего государства хорошего, мы тоже этого не видим. То есть, кроме того, что сейчас закручивают гайки очень активно, ничего хорошего не происходит.